Майкл, я помню тебя еще ребенком. Стойте! Ты наделен даром. И так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Я давно должен был умереть. Но я жив, а значит, все исправлю. У меня редкое заболевание крови, и время уже на исходе. Это мой последний шанс. Скажи мне, что ты задумал? Кое-что не вполне законное. Страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Но какой ценой? Сейчас я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти, чтобы вернуть все на круги своя? Пока инкапсуляция. Не стало опаснее болезни. Морбиус. Майкл Морбиус. Что, надоело притворяться хорошим парнем? Как самочувствие? Мы прокладываем путь к величайшей модернизации человека. Ничего подобного ему еще не было. И он полностью под нашим контролем. Создание базы воспоминаний. Начинайте процесс. Что случилось? Прости, но ты был убит. Мы дали тебе второй шанс. Я создаю армию солдат, подобных тебе. Выносливее. Лучше. Ты в цирке уродов. Технологии в твоих венах делают тебя быстрее, сильнее. И мгновенно исцеляют. Здесь явно что-то не так. Они тобой манипулировали. Назначьте ему следующую цель. Ты мое супероружие. Ты создал меня, но твой контроль не вечен. Они придут за тобой. Пусть попытаются. Бладшот. Ему не пробраться? Нет, конечно. Ты уверен? Вот черт. Наташа, сестренка, после стольких лет, да вдруг домой? Я в бегах. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят. Мы не закончили одно дело. Кто это мы? Как влитой. Семья. Мы снова вместе.
Ты растолстел. Да это просто вода, а не жир. Есть целый новый мир вдов. Новых врагов. Я устала бегать от прошлого. Это еще кто такой? Marvel представляет «Черная вдова». И они побежали прямо через дырку, где когда-то были ворота. Стой! Тебе уже не обязательно меня есть! Забыл! В твоем распоряжении все вот это! Да-да-да, просто у меня теперь столько энергии благодаря растительной диете. Не пробовал бег трусцой? Думаешь, поможет? Отчаянно на это надеюсь. Томми, это мистера Макгрегора! У нас теперь общий сад, видишь? А? Клянусь, это не для меня. Питер, так я и знал! Нет-нет! Оставь в покое мои помидоры, тут полно других овощей! Он такой наглый! Он и вправду немного избалован. И ты тоже так думаешь? Но... Они только и делают, что говорят мне, какой я плохой. Может, мне без них и лучше. О, да что ж такое? Эй, тебя зовут Кролик Питер? Ага. Я дружил с твоим отцом. Серьезно? Возьми персик. Марш отсюда, прочь! Беги, сынок. Питер, что с тобой случилось? Я встретил старого папиного друга. С ним так весело. А это городской сад Макгрегоров. Что это за волшебное место? Это фермерский рынок. Звучит угрожающе. Я бы не предложил, если бы это было опасно. Клянусь. Ладно, поклясться не могу. Вы в деле или нет? Быстрее. Уходим. Нет! Им уже не поможешь. Ты должен остаться с нами. Моя семья в беде. И это я виноват. Я должен спасти их. Других кроликов поймали. А еще поросенка и ежик. И барсук с ними? Почему ты мне помогаешь? Отцовский долг. А все так хорошо начиналось. Кролик Питер 2. Пикси! О нет, нашла сладкое. Мы отлично справились. Я буду жить вечно! Говорила же!